нами находится сегодня здесь, на этом поле, Иван Николаевич, главный специалист института по закладке опытов. Да? Иван Николаевич, ну расскажите, пожалуйста, в двух словах, в чем заключаются вот данные эксперименты, какова их цель, что мы будем отслеживать по итогам уборки, какую учетность и что вот на данный момент можем там наблюдать, да, или не наблюдать. Ну, цель опыта этого – изучить линейку препаратов, агрохимикатов, которыми работают по вегетации или листовая подкормка. Для чего это? Потому что сейчас на рынке появилось очень много различных агрохимикатов и вариаций их, сочетаний различных макро- и микроэлементов. И очень важно проследить, насколько они эффективны и насколько они могут повысить урожай как силосной массы, так и зерна в конечном итоге.